Друзья, всем доброе утро. У меня утро начинается с кофе. Олег пока спит. Я уже проснулась в 6 часов. Проснулась, помыла голову. Чайник вскипел, надо кофе попить. Мы сегодня поедем на дачу. Да. Вроде как солнечно, не знаю по температуре какая вообще погода. Ну, поедем, поедем. Поэтому так рано проснулась. Голова грязная. Блин, смотрите, отлетел. Отлетел штука. Надо покушать. Позавтракать. Позавтракать. Куличек. Яйца. А, молоко надо достать. Яйца маме. Остались. Крашеные. Сходила вчера в магазин, купила вот сколько здесь. 1,5 литра. Большое. Сейчас. Сейчас. Тут сейчас. Че, как дела-то? Как ты? А, надо подождите. Сейчас, подожди. Нож, нож надо взять. Где? Нож, один. У нас уже 8:30. Не такой не купишь. Прям очень вкусно. Видите? И аромат. Так. И отсюда берем салфетку. Блин. Сопли, сопли. Яйца мама красила, говорит, не получились. Чуть поторопилась. Ну ладно, какая разница-то. Кушаем. Олег часика 8 должен встать, проснуться. Или разбужу его. А муж уже не спит. Волосы надо будет посушить мне. И все. И будем собираться. Я на даче вообще давно не была. Знаете, когда я была? Когда еще снег был. Да. И все. Ну, в работу жить. Поэтому вместе с вами поедем туда, посмотрим. Ой, что там? Как дела обстоят? Молоко, молоко. Молоко. Полить. Я еще вчера ходила с утра в магазин, ну, слезы купила, потом пошла в магазин. Молока купила, за молоком пошла. Купила таких конфеток вкусные, ну, сразу дорогие. Таких взяла конфеток, вот таких. И батончик, Настя любимый. Она, кстати, вчера забегала, она здесь забыла сумку свою. Забегала, и там тоже дала ей конфеток. Хочу и кофе, и курить хочу, все хочу. Я очень редко с утра кушаю, так рано. Очень редко, я даже на работу не завтракаю. Некогда. Приятного аппетита, кто сейчас за столом. Слышите вы меня или нет? Их разговаривают. Все,
Друзья, смотрите, что я еще купила. Опять же в ленте. Никак у меня не успокоится. Моя хотелка. Лиза, привет! Ты проснулась, что ли? Георгина, вот такая вот. Вот такой вот, вот такая вот. Это уже подороже, чем вот в прошлый раз я покупала. Здесь я смотрю, мантики прям плотненькие. Крышки-то. Где-то здесь росточек будет положенный есть. Вот, короче, вот такая. По крайней мере, должна быть такая. Потом, еще вот одну лилию такую купила. Я вот такую покупала, еще докупила, чтобы пара была. Вот. Такая же, да, Георгин? Да, такая же, Георгин. Вот вообще картошка такая, прям картошка. Смотрите, какой росточек. Вот. Потом. И вот такой, такой вот цветочек. Тоже Георгин. Вот эти вот я, короче, покупала, знаете, 200 рублей. Вот эти 200 рублей. Точнее, 199. Это по карте, со скидкой. А которую в прошлый раз я брала еще. Сейчас я... Боже, у меня аж три пакета. Обалдеть. Нифига, сколько я... Вот в прошлый раз я брала тоже вот такую вот. Это... А что она стоит? 200? 199? А, да, наверное, вот эти по 199. Или по 160-10. Нет, в последний раз я покупала подороже, по 200 рублей. А вот эти теперь не помню. И вот такие вот теперь. И вот такой вот. Эти тоже росточки есть. Вот. Короче, я там выбираю. Да? Это все георгины. Тоже или есть. И вот еще. Вот эти вот по... Вот эти по 149 или по 159. Они такие прям маленькие. Неизвестно, вырастить из этого что-то или нет. Вот, да. Вот. Видите, они прям маленькие, эти корешочки. Точно. Вот лилия. Еще. Вот, да. Такой вот я еще докупила. Две таких и две таких лилии будет. Да, тут тоже крышечки уже есть. А здесь тоже есть. Короче, вот, девочки, смотрите. Это все цветы из ленты. Сколько денег потратила. Капец. Главное, чтобы вышли. Чтобы что-то выросло. Так, еще я купила вот такую вот штуку. Так. Как она называется? Опрыскиватель, так и называется. Я думала, может, он как-то по-другому. Это фамилия. 349 рублей. Я увидела, купила, думаю, ну, мне надо. Обязательно. Фамилия. Да, 349. Еще у меня. Перекресток заходила за мусорными мешками. Вот эти вот мешки мусорные, хорошие. 30 литров, 20 мешков. Стоит, правда, 50 рублей, 49, что ли. Но они хорошие, они плотные, большие. Не рвут. 4 штуки взяла. У нас есть мешки мусорные, но они такие тонковатые, как-то быстро рвутся. Вот. И на зоне заказала 3-килограммовый корм сразу. 1800. 3 килограмма, 1800. Срок годности нормальный. Вот. Все. Друзья, мы приехали на дачу. Классно так. Так классно, но так холодно еще.
Посмотрите, как выглядит дача весной. Пока еще листочков нет. Как-то серо все, да? Ну, травка вот уже зеленеет, видите? Какой-то кустик зеленеет. Что-то зеленеет, что-то не зеленеет. Куда? А-а-а. Вот наш домик. Сейчас пошлите. Смотрите, здесь вот что-то это лилии вроде бы у прежних хозяев тут росли. Вроде бы лилии, похоже на лилии. Так, здесь еще, ну вот родители приезжали, а уже дом открыли, да? Надо зайти переодеться. Приезжали уже, тут что-то делают. Вон, тюльпанчики что ли вылазят. Что здесь, лучок, цветочки. Лучок, да, какой-то. Лук. Угу. Пока еще спят деревья. Хорошо, сейчас. Все, говорят, надо таскать. Приехала, нехрен тут ходить, бродить. Иди работай. Ну что, работать надо. Я даже тут не осмотрелась, не огляделась. Что здесь вообще есть-то? Дачку вон купили. Родители, где она? Господи, где она? Вон она. Лук вышел, кстати. Сейчас я покажу. Лук, чеснок. Да что у нас? Это чеснок. А где лук? А лук здесь. А, вон там лук. Это что, вот осенью мы сажали тут с бабушкой. Какой-то цветочек вылазит. Ягода. Ягода малина. Вот лучок потихонечку вылазит. Ну что, вот такие вот тут дела. Я вам говорила, что будет сюрприз. Мы приготовили для вас сюрприз. Сюрприз. В дом потом зайдем. Там, кстати, так холодно. Сейчас зашла, переоделась. Что тут еще? Та-да-та-да-та. Вот эту глину, которую возили осенью с колодца, оттуда возили, с той стороны сюда отсыпали участок. Эту глину нужно перевозить снова в другую сторону. А знаете почему? Потому что у нас появился еще один участок, да, соседний, за туалетом, за нашим, за туалетом. Где вот яблоня такая вот красивая растет. Где она? Где она? Вот она, большая такая. Это теперь наш участок, да. И на этом участке на новом уже ведутся работы. Девочки, мальчики. Я сюда вставлю. Блин, я даже не знаю, как сделать-то. То ли сейчас показать, то ли потом. Похвастаться, что ли, вам? Не томить уже. Посмотрите. Это наш дом. Это наш новый дом. Это наш второй участок и наш новый дом. Вот такой вот. Глядите, глядите. Там бабушкина рассада. Этот вот лес лежит на веранду и на обшивку дома. Так, пошлите. Вот наш домик. Первый, маленький. Да-да-да-да-да. Я здесь сама, говорю, была вот таким цветом. А была здесь, когда еще снег был. Я вот этого не видела. Только видео. Вот. Так, пошлите вовнутрь, зайдем. Ди-ди-ди. Так, обойдем. Это наша калитка.
И с этой стороны вот так вот он выглядит. Односкатная крыша. Вот. Смотрите. Давайте зайдем. Сама еще не была здесь. Это так вот. Щеточку. Здесь надо обувь снимать, да, или что, или нет? Щеточку. Какую щеточку? Не вижу. Не вижу. Вот, вот, вот дом. Смотрите, как высоко потолок. Здесь еще стен нет. Здесь просто вот коробка. Нужно будет отделять все. Кухня-гостиная, туалет, пару комнат. А это у нас будет выход на террасу. Здесь вот дверь, выход на террасу. Специально делали панорамные окна, чтобы было просторнее и больше света попадало в дом. Чтобы было светло. Здесь у нас будет терраса вот так вот. Так, терраса. И будем любоваться туалетом соседним. Ну вот как-то так. Бабушкина рассада, смотрите, растет тут хорошо. Здесь, кстати, тепло. Тепло. Что-то какие-то луковицы. Вот, друзья. Вот так вот это выглядит. Окно повыше, пониже. Ой, тут такое все грязно. Ну, как-то так. Вот. Сколько там? Что? Как вам, друзья? Опа! Двери светлые. Как все мы любим. Как мы любим. Ну что, теперь есть чем летом заниматься, да? Ремонтом. Ремонтом все лето, вся осень, вся весна. Чуть попозже скажу размеры дома, кто нам строил, что строил, во сколько это все обошлось. Немножечко попозже. Друзья, пока бабушка пошла по соседям, я вам покажу, что у нас тут изменилось в нашем домике-то. Так, ну что, это наша кухня-гостиная, да? Кто нас смотрел, тот помнит и знает. В общем, что у нас из новинок? У нас появилась вот такая вот, это за зиму, появилась вот такая вот плита. Ой, здесь наверху газ. Вот, и духовка. Так, газовый баллон вот такой вот появился. Это вот заправлен он уже. Так, что еще? Так, здесь вот у нас все вот так вот. Мышей, кстати, мало было. Бабушка говорит, все нормально. Вот такая вот штука у нас появилась. Но это мы еще тоже зимой, что ли, Настя заказывала. Мы вам, мне кажется, не показывали. Это нагреватель воды. Горячая там, холодная. Вот, вместе с краном шла. Мойка, правда, видите, что мойка-то не та. А, насос, или как он там правильно называется, вот эта штука. Идет вода, можно спокойно помыть руки теплой водой, да. Но пока вот так вот, сезон только начинается, пока так. Вот, дорожка вроде бы появилась, да, я уже не помню. Так, ну и здесь уже белого паласа нет. Бабушка с дедушкой постелили свой, какой-то другой. Ну, тот просто, она говорит, грязный. Убрали, его надо почистить. Наверное, здесь, что ли, лежит.
Так, не убрали еще с окон. Здесь прям прохладно. Чувствуется, что холодно. Монитор. Обогреватели стоят. Так, что здесь еще? Да и все, в принципе, да, больше ничего такого. Все по-старому. Обои, кстати, держатся. Ничего не отклеилось, я все боялась, что вдруг отклеится. Нормально все. Вот. Кстати, он такой мягкий, полосик. Вот. Че, бабушка пошла, да, по соседям? Даже не знаю, с чего начинать. Не знаю, с чего начинать. Вроде работы дофига, да? А не знаю. Вот хожу туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Работник был. Здесь, кстати, стоял домик. Кто нас смотрел тем летом, ну так мелькал же этот участок. Здесь стоял домик. Такой небольшой, старый, прям вообще рухлядь. Вот такой вот. Вот, это дом стоял. Вот он. Вот. Олег, короче, с дедушкой его разобрали. Вот это надо все вывозить куда-то. Весь мусор. Весь мусор. Бак вот такой вот железный здесь. Дырявый. Под воду раньше использовался. Вот. Ладно. Буду что-нибудь делать. Он разрастает потом. Забыл, как называется. Можжевельник. Вот этот можжевельник надо вам? Яр надо. Видишь, он еще не укоренился. Блин, а куда его поставить? Ты его посади, говорит, и банка накрой. Можжевельник. А куда его? Да его ж надо куда-то, чтобы он... А куда его? Мы это дерево спилим потом. Можжевельник посадим. А этот цветущий вот этот цветок или что такое? Ну, листья вот такие вот. Баден-баден, не? Нет. Баден нет. Я привезу баден. Ну ладно, потом вспомнишь. Так, а что это? Вот. Она мне накопала. Ну вот это, что я говорю, зачем ты ходила, ходила? Лаванда. Лаванда. Вот это лаванда. Да. Угу. Это лаванда. Это вот все лаванда. Пахнет. Это лаванда. Ну хорошо. Ну что, тогда давай там будем сажать? Или ты где хочешь? Где ты хочешь? Давай посадим. Ну давай пока там будем сажать. Да? Да. Да. Больше пока неизвестно, где сажать. Неизвестно, где сажать. А вот оттуда от яблонь не надо сажать? Вот от этой яблони сюда, вот к нам. Может, там какие-нибудь кустарники, нет? Кустарники, нет? Так малину куда будешь сажать? Вот, у нее малину за забор. Ну, я тоже так малинку сажу. Ну, давай, это все здесь посадим, потом еще цветы жить будут. Да, а вы здесь будете помочь? Ну, ее сначала нужно спилить, наверное? Или как? Аккуратно спилить. Вот. Сейчас у нас пили нет. Без мешаться пили. Не будет? Да нет, вот так вот сделаем. Давай вот сюда посадим. Ну давай, давай сюда. Лаванду. Давай. Я покрасила два дерева всего, а три дерева. Краска закончилась. Деревья большие, старые. Все. Я пока свободна. Вся в краске. Ну, это старые джинсы. Олег, ты что-то чудит, ему жарко стало. Опять почти лето. Дедушка с бабушкой он глину. Таскают опять. А? Ты чудис, чудис. Дом строишь. Я не чудю, творишь и вытворяешь. Ну да. Чудо чудное. Зеленое. Греется. Так, так, так. Вон,
У бабульки какая чистота, порядок на огороде. Мы уже дома, и, кстати, хотела еще раз вам сказать, у нас есть телеграм-канал, также называется «Семья из Самары». Если кто еще не подписался, подписывайтесь, заходите, забегайте в гости. Также у нас еще и на Дзене есть канал наш. В общем, мы вас ждем. Вот, но приехали с дачи. Я думаю, наверное, на сегодня будет все. Смотрите, покраснело, загорело я. Вот эту вот штуку, думаю, может быть, на дачу отвезти, она там нужнее будет. Я попробовала, она такая классная. Приготовила уже цветы, но чтобы не забыть, нужно взять. Вот. Ну, а так все. Покушаю сейчас, кофеёк попьем, да и будем отдыхать. Ну, кстати, мне надо видео монтировать. Ну, а на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Ну и всем пока-пока. До новых встреч.